Такой прекрасный вечер. Огонь. Такой прекрасный вечер, и мы начинаем репортаж. Владимир Дмитриевич, на какие вещи можно смотреть, и ты не устаешь? Что это? На горящий огонь. Текущая вода. А и на работу, которую делает за тебя другой. В данном случае вот... Вау, так это же прекрасно. Все, я понял. Горящий огонь, текущая вода и на работающего человека, который делает... Твою работу. Вот я хочу и подсмотреть. Молодец, Дмитрич. Вот молодец, да? Так что вот так вот начинается у нас вечер. Красивый. У нас в гостях Владимир, Сергей. Это знаменитые люди. Так, хочу посмотреть на третью вещь. Смотри. На работающего человека, который сказал, Дмитрий, сделай твою работу, и ты когда смотришь, не устаешь. Вот, видишь? И вот Анжелочка что делает здесь? Есть три вещи, от которых человек не устает. Хачапури. Смотреть, как горит огонь, смотреть на воду и смотреть, как другой человек работает. Вот, это сацеи у нас. Это я уже, мне уже Дмитрий что-то объяснил. Смотри, как хачапури, какая красота. Вау. Сейчас, знаете, как оно вкусно? Ольга... Спасибо вам, родные, что вот а это... А здесь смотри, какое у нас. О-о-о. А там сацы. Нету чашки. Тут курочка домашняя. Домашняя. Владимир Дмитриевич сегодня ее приговорил, да? Приговорил сегодня ее. А, так он красивый ее. Конечно. Вот сегодня у нас в гостях такие удивительные люди. Девушки такие. Девушки такие. Девочки наши. Олечка. И Верочка. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Да, родные, с удовольствием это. Смотри, как перевернула, я не могу. Там, его надо кушать с жиру, с пылу или как вот. С пылу, с жару. Вот, тогда он такой вкусный получается, с чаем. Все, я пойду ставить чайник, да? Да. Я пойду ставить чайник. Дмитрич уже отдыхает, он получает удовольствие. Сергей с Владимиром тоже получают удовольствие. Радуются. Да у них там интернет, да. Ну вот, никогда не устаешь смотреть на огонь. Ну а репортаж будет продолжаться. Ну а вечер продолжается. И у нас сегодня гости. Вот, в нашем красивом месте. Где мы всегда и встречаем наших дорогих гостей. Смотрите, какой прекрасный закат, красивый. В нашем городе Ванкувер, штат Вашингтон. Просто красиво. Ну а я иду дальше. Иду туда, где и наши находятся друзья. Ну вот, пожалуйста, Владимир. Серега получает одно из величайших удовольствий в веке всем. Садитесь. Смотрите, как красиво им здесь. Как им хорошо здесь. Ну, флаги, да, они как классные. Ну что, девочки, как у нас сегодня? Готово уже тут все? Все, боевая готовность. Серьезно? Что, уже будем кушать? Давай всех к столу. Давайте. Вот уже запах. У нас все есть, и мы готовы уже кушать. Сейчас я все объясню. Ну, я с вами, и репортаж, конечно, будет продолжаться дальше. Ну, а наш прекрасный теплый вечер продолжается. Вот. Как-то все очень приятно, такой теплый. Ветра нету. Красиво. У нас в гостях желанные гости, которых мы хотели видеть. Дмитрич, ну как ты ощущаешь вот это вот, скажи? Тебе нравится сациви? Это грузинское блюдо. Нравится. Чувством глубокого удовлетворения. Так, я понял, что вы напоминаете какого-то Сергей человека Великий, с такой речью. Еще больше он нравится. Сергей, давай еще подливки долью. Ну, вот. Нет, точно. В общем, сациви, хачапури,
Вот так красиво. Володь, как тебе? Володь, как ты вот это? Распробовали. Ой, спасибо. Очень интересно. Ольга, как это? Очень вкусно. Очень вкусно. Анжелочка, повернись вот это. Да, да, очень да. На, видишь, Анжелочка, курочка, все темы. Анжелочка, курочка? Нет, я говорю... Да. Ну, в общем, я уже тоже не могу, и я поэтому буду сейчас садиться с нашими дорогими вот, друзьями и буду тоже уже приступать с дерзновением к пище. Ну, а прекрасный теплый вечер продолжается. У нас сегодня была кавказская кухня. Была курочка домашняя. Из нее Анжелика приготовила грузинское блюдо сациви. И мы все получали удовольствие. Также было хачапури. В общем-то, всем нам хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Все наелись, пьют чай, разговаривают, наслаждаются. Вот такой вот красивый просто вечер. Вот. А теперь нашим друзьям хорошо. Они пьют чай и получают удовольствие. Ну а репортаж уже будет идти к концу, конечно. Я пойду пить чай. Ну а репортаж уже идет к концу. Я буду уже его заканчивать. И как всегда, с вами был. И вы меня уже узнали по голосу. Ваш журналист Дон Пабло. Я с вами. И до следующих репортажей.